Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 21 апреля, и я приступаю к раскладыванию грядки для того, чтобы затем в конце недели высадить огурчики для раннего урожая. Она уже прям хорошо горит, и поэтому пора ее разгрести, дать 2 дня, чтобы она именно простоялась, насыпать земли и прикрыть немножко пленкой можно. И затем уже, когда грядка нормализуется там температура, можно будет высадить спокойно рассаду огурцов. Ну вот такая лунка у меня получилась. То есть главное, конечно, обеспечить именно хороший такой объем земли, чтобы у нас корни огурцов хорошо развивались. Если будет маленький объем земли, то огурчики будут слабенькие. Поэтому такая лунка. Уже сразу и поставил дуги. Сейчас осталось только заполнить грунтом и накрыть. Сегодня у нас 25 апреля, и я приступаю к высадке рассады огурцов в теплую грядку. Покажу вам рассаду апрельский огурчик. Вот он у нас такой, видите, не вытянутый, такой достаточно компактный. Хорошая рассада апрельского, а вот зазулька, она у нас немножко вытянулась. Я сначала подумал, что это апрельский так вытягивается, но потом посмотрел, все зазульки, они такие вот вытянутые. А апрельский наоборот, он, видите, он весь такой достаточно компактненький. То есть его рассада, она на подоконнике совершенно не вытягивается. А вот зазулька, ну тоже она как бы, сейчас мы ее совершенно спокойно заглубим. Потому что, видите, везде образуются корешки дополнительные. Поэтому совершенно спокойно можно заглубить. У нас будет у огурчиков очень хорошая корневая система везде. На каждом огурчике образуются корешочки. Подготавливаем лунки для высадки огурчиков и хорошенечко их проливаем. Так, ну вот наша рассада. Вот с этими пленками очень хорошо и удобно доставать. Весь корневой ком совершенно спокойно вытаскивается из кассеты, из горшочка. И все корешки у нас целые. Корешки, конечно, просто все шикарные. Достаточно даже было вот одной пленки. Даже не двух полосок пленки. И с одной очень хорошо даже вытаскиваются. Такая корневая. Итак, высадили наши огурчики. Немножечко я их заглубил, чтобы дополнительные корешки образовывались. Ну и, конечно, сейчас нам вот эта грядочка теплая, она будет именно обеспечивать тепло корням, чтобы огурчики наши росли хорошо. А затем уже, когда у нас уйдут холода, все вот эти возвратные, мы можем совершенно спокойно убрать вот этот с боков навоз и присыпать сюда дополнительно грунт. И этим самым мы еще больше как бы обеспечим развитие дальнейшей корневой системы. На день будем грядочку эту открывать, ну, в зависимости от того, какая погода будет. А на ночь, конечно, закрывать пленкой и сверху еще не каким-нибудь материалом, чтобы дополнительно сохранить тепло. Поэтому такие дела. Но всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!